Красногорский и Одинцовский – два округа, два берега, которые соединяет мост, на каждом живые картины и свечей. Волонтеры и общественные организации приняли участие в патриотической акции «Такое все дышало тишиной». За несколько часов до рассвета ребята выложили две композиции – «Советские солдаты, которые ушли на фронт», и «Журавли, как символ памяти». Важно, что эта инициатива по акции пошла от самой молодежи. В буквальном смысле ребята из Красногорска и Одинцова собрались, определили, что эта акция будет проходить именно ночью, 22 июня. Определили формат, определили количество участников, взяли на себя всю организационную работу. И провели вот такую эмоциональную, я считаю, очень важную акцию. Это еще раз доказывает нам то, что независимо от возраста, мы помним славные подвиги наших предков. Мост как символ единения, звенящая тишина, метроном и первая свеча, зажженная волонтерами, а вместе с ней и 4000 остальных в память о тех, кто не вернулся с войны. Мы с инициативной группой Красногорска решили своим примером показать, что сейчас такое время, что вся страна должна объединиться, сосед с соседом, брат с братом, враг с врагом. И на своем личном примере решили провести такую акцию и подать, наверное, другим пример. Тема единения, несомненно, стала ключевой, отметили организаторы. В знак своей благодарности ребята прочитали произведения о героях войны и почтили их память минутой молчания. В этом году мы выбрали вот именно философию такую, что с одной стороны, во-первых, мост соединяет как бы два берега реки, два округа, объединение там молодежи, объединение страны, объединение этой памяти. С одной стороны, у нас уходят солдаты на фронт в 1941 году. Проходит вот этот путь света, огня, там, смерти, радости, которая там была. И, конечно, в финале моста журавли – это как символ вечной памяти, которая все равно никогда не умрет. По всей стране в это утро зажигаются миллионы свечей в знак памяти подвигов советских солдат. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».